на родительское собрание через банкомат. Екатерина Легкодимова собирается расстаться со стандартной суммой в 1000 рублей. Речь пока не идет о подготовке к новогоднему празднику в школе. Нужды класса – обязательная статья расходов семейного бюджета. В первую очередь охрана. А на охрану мы сдаем ежегодно, так как у меня учились двое детишек в одной школе, то мы сдавали не за двоих, а за одного из детей в одном или в другом классе. Вода. Но это, в принципе, тоже неотъемлемая часть. Ребенок должен пить. Вот. Каждый раз спуститься в столовую такой возможности нет у ребенка. 200 на то, 300 на это набегает круглая сумма. На детях ведь не экономят. Региональное министерство образования поясняет, все, что относится к образовательному процессу, оплачивает государство. В школе все должно быть бесплатно. Бесплатно охрана, бесплатно обслуживание. Иногда собирают деньги на уборку территории, благоустройство каких-то помещений школьных. Одними ежемесячными расходами не обходится. Во многих школах действует принцип добровольного пожертвования раз в год. Законом это не запрещено, если родители самостоятельно решил сделать такой подарок школе. В каждом учебном заведении сумма своя, где-то 3000, где-то 5. Платят все, или почти все. Так что понятие добровольности под вопросом. Обычно такие вопросы решает родительский комитет простым большинством голосов. Школа с нами ничего не обговаривает. Это обговаривают исключительно родители. То есть они собираются, мы все вместе собираемся и решаем. Нужны нам еще эти занавесочки или, в принципе, эти неплохо смотрятся. Нужен там еще один ковер или можно этот почистить. То есть как бы у нас такого нет, чтобы кто-то нажимал, наседал и выдаивал деньги. Такое мягкое обращение не во всех школах. В некоторых случаях взносы называют обязательными. Родители довольны этим, бывают редко, но вслух обычно не протестуют. Зачастую родители перебарщивают, на мой взгляд, с выпускными, с празднованием Нового года. Но это инициатива родителей. И даже, возможно, может быть, большинство, опять же, не согласны. Не все выражают свое мнение о том, что не согласны. Поэтому либо приходится отказываться, либо участвовать уже не по своему согласию. Никто не хочет, чтобы на ребенка оказывалось давление, решали через него финансовые вопросы или просто смотрели косо. Если школьника притесняют, это тоже повод обратиться в управление или в Министерство образования, либо в правоохранительные органы. Но такой статистики по региону нет. Громко заявить о своем недовольстве – это опять же привлечь лишнее внимание к ребенку, ведь ему еще учиться. На родительский комитет административная ответственность не распространяется, а школа вроде бы и ни при чем. Все инициативы родителей, они должны контролироваться руководителем образовательной организации. Поэтому сказать, что школа или детский сад ничего не знает про то, что собираются деньги на что-то, это просто несерьезно. Потому что если что-то производится, там ремонт какой-то или приобретается что-то в образовательной организации, это же невозможно скрыть. Вся система сборов, даже добровольных, должна быть полностью прозрачной. Перед родителями должны отчитываться, куда пошли собранные деньги. В декабре это особенно актуально. Впереди новогодние праздники, а это значит подарки и дополнительные расходы. Однако в Министерстве образования поясняют, какую сумму сдавать и сдавать ли вообще, решать только самим родителям. Наталья Фомина, Андрей Разумный, Центр новостей.